Сегодня в Брестской городской детской поликлинике номер один очередь оживленная, правда, коридоры пустеют быстро. Собрать ребенка в школу – эта задача значительно облегчена. Нужна всего лишь одна справка, которую выдают участковый врач-педиатр. Получить заключение можно без лишней суеты. Для того, чтобы получить вожделенную справку, в первую очередь необходимо посетить участкового педиатра. Эти справки выдаются в месяц рождения ребенка, и они действительны в течение всего года от момента ее получения. То есть я еще раз хочу напомнить родителям, что нет никакой необходимости обращаться накануне нового учебного года за получением справки, если она была выдана в месяц рождения ребенка. После того, как врачебное заключение о состоянии здоровья регистрируется в поликлинике в месяц рождения ребенка, все данные используются для выдачи заветной справки. Каких-либо дополнительных обследований и осмотров перед оформлением в школу не требуется. В данной справке указывается группа по физкультуре для ребенка, какие-то вопросы рассадки ребенка, другие рекомендации. И эта справка является достоверной информацией для того, чтобы определить в начале учебного года, где ребенок будет сидеть, на какой парте, какой группе по физкультуре он будет заниматься и какие-то другие мероприятия, которые должны будут с ним выполняться в школе. Если же по каким-то причинам осмотр ребенка по мере взросления не был произведен, участковый педиатр назначит комплекс медицинских обследований и диагностических процедур, благодаря которым будут определены группа здоровья, группа занятий физкультуры, наличие аллергии и другие рекомендации.